Ты слышал легенду, Юрец, про синий дракар, что по Орлику иной раз проезжает синий дракар? Да. И вот он, синий дракар! Мы все попадем в Вальхаллу, где вечно пируют одни храбрецы! Ваша. Здорово, пацаны! Огонь! Адовый автомобиль! Нашего слона видали, да? Класс! Пацаны, а что здесь вообще происходит? Что такое? Расскажите поподробнее. Выставка автомобилей. Ретро-автомобили. Выставка автомобилей. Ну и адовый угар. Адовый угар. Как вам наша машиночка? Такая, мы ее давно знаем, это пуля. Ну да. Настоящая пуля. Это синий дракар. Мы ее давно с ней знакомы, это пуля. Просто пуля. Синий дракар похож на угар. Адовый угар. Рэмбо за гуд. Все, давайте, давайте, угорайте. Дальше приклеить. Я прям на самоваре. Да. Вот. О, будет офигенно. Класс. Ну как, Игорян, впечатление от выставки ретромобилей? Впечатление очень хорошее, очень хорошие автомобили. Много друзей встретил своих. Внедорожников. Давно не виделись. Понятно. Когда-то я на нем по грязи тоже ездил. А я так понял, что иностранные иномарки тоже участвуют, да? Так получается, смотрю, там BMW стоят в том ряду. Ну, там всякие форсированные моторы, там у них всякие тюнинги космические. Участвуем дальше. Студия приглашает вас в свой стенд, на свой стенд, для того, чтобы попробовать себя в роли тату-мастера. У них есть искусственная кожа. Да, и все это они предоставляют. Ну это типа, я так понимаю, явка с повинной, и ты должен ее заполнить, да? Ну как ты надеешься сегодня выиграть приз? Я на призы не надеюсь, я ради участия, а не ради победы здесь. Ну, посвящаю это своему отцу, которому скоро исполнится 89 лет. Это его машина. Я просто на ней иногда катаюсь. И он ее давным-давно купил и много ее чинил. И вот она жива до сих пор. Катается, приносит радость, народ ходит и улыбается. Да я вижу, она пользуется успехом у женщин бальзаковского возраста, скажем так. Детишек всех приглашаю посидеть. А самое главное, Ильич стоит вон. Смотрит на эту движуху и одобряет. Видал, как руку держит? Спокуха. Спокуха, пацаны. Вот Игорь заполняет бумагу на участие в этом славном конкурсе. Что, ты не знаешь, как твоя фамилия? Пиши Вита Рэмбо. Адовый мужик. Пиши адовый мужик. Ну, типа, люди гуляют. Здорово, пацаны! Я сейчас нахожусь на выставке ретромобилей в городе Орле. Движуха, конечно, сильная. Народу много. Мы представляем наш автомобиль «Синий дракар». Он пользуется популярностью. Вот это водитель. Игорь Цыкунов. Бывший барабанщик группы «Залп», вернее, и действующий, пока она действовала. Но увлекается автоспортом. Наш «Синий дракар» участвовал не один раз в различных соревнованиях. Сейчас вот на выставке ретромобилей. Будем бороться за 5-литровую канистру пива. На самый громкий выхлоп. Не тормози, сникерсни! И вы выигрываете автомобиль! Что за смарт? А это руками не трогать, блин. Да. Это сам ездил на ней. Кто? Чарли Чаплин? Нет, этот. Ну как их, блин?
Ну, говорится, не курим на Моргуну. А, это вот на такой? Да, что это за машина? Это инвалидка. А, это инвалидка. Ой, Игорян, твоя тема, машинки. Моя тема. Ты же машинки собираешь, у тебя коллекция, ого, какая. Это машинки вообще, игрушки. Наклеечки на память, всего 50 рублей. Приводилка, да? Да нет, это не наклейка. А у меня такие были. Какие? Наши покруче были. Да? И сто... А у тебя сейчас коллекция сколько машинок насчитывает? 500. 500, да? Это если вот на стеллажах там их выставил. Да. В квартире, как музей, да? Да. Надо к тебе зайти, обзорчик сделать. Да. Всех прошу в гости. Я там сделал себе комнату моих увлечений. Там фотоаппараты, машинки, пластинки, кассеты, компакт-диски, разная аппаратура. Вот этот вот, что мы Рэмбо там записывали, катушечник. Все рабочее, да, так что все живое. Парни, в скором времени вас ждет экскурсия. Я тоже живой. Если что, да. Ну вот так парни проходят в Орле праздник ретромобилей. День сегодня хороший, и все лето еще впереди. Отдыхайте, радуйтесь. Скоро выйдет ролик, где я буду заценять иранское пойло из голубой малины. Так что подписывайтесь на канал, на YouTube, Рутуб и Telegram. Все, пока, всем мир!